Стилга. Мне казалось, мы с тобой закончили этот разговор еще вчера. Не-не, вы пришельцы, приходите за специей, забираете и ничего не даете взамен. Какие пришельцы? Какая специя? 3 недели назад я взял 2 упаковки приправы для шашлыка в счет будущей зарплаты. До зарплаты еще 2 недели, а ты ходишь сюда каждый день и напоминаешь мне о том, что я должен заплатить за эти приправы и специи для шашлыка. Слушай, тут еще для курицы и рыбы есть. Брать? Да, для курицы и для рыбы тоже возьмите. К тому же, я ведь не для себя, для друзей. А шашлык для друзей – дело святое. Достойные слова. Я должен идти. Мне больше нечего вам сказать. Постой, Стилгер. Не окажешь ли честь присоединиться к нашей шашлычной тусовке на этих выходных? Честь зовет меня в другие края. Ну, как знаешь.